Масло чайного дерева. Источником масла чайного дерева является родственник эвкалипта, тропическое дерево мелалеука. Растет в Австралии и с древности славится своими целебными свойствами. Масло чайного дерева обладает сильными противовоспалительным и антибактериальным свойствами. Оно избавляет от раздражений, зуда, в том числе от укусов насекомых, стимулирует регенерацию, способствует обновлению кожи, нормализует работу сальных желез и сужает поры. Наибольшую пользу масло чайного дерева приносит жирной и проблемной коже. Оно входит в состав многих косметических препаратов от акне. Также масло чайного дерева используется для лечения бородавок и пигментации, а кроме того, и в ряде средств для ухода за зрелой кожей. Применяется оно и для лечения перхоти и ухода за жирными волосами. Это масло также применяют для ингаляций и массажа при простудах и гриппе, бронхитах и ангине. Эфирное масло облегчает дыхание, смягчает кашель и убивает бактерии. А еще оно помогает снизить температуру и укрепить иммунитет. Специалисты отмечают положительное воздействие масла чайного дерева и на нервную систему. Вдыхание паров масла чайного дерева помогает нормализовать эмоциональный фон, снизить тревожность и восстановить сон. Особенно полезно использовать масло людям с неустойчивой психикой, обостренно реагирующих на стрессы. Масло обычно применяется наружно и для ингаляций, однако некоторые народные рецепты рекомендуют добавлять его в теплую воду и пить при приступах кашля. Но прежде чем это делать, следует проконсультироваться с лечащим врачом, так как при приеме внутрь масло чайного дерева может привести к отеку горла, аритмии, вызвать рвоту и судороги. Наружное использование тоже не является полностью безопасным. У людей с чувствительной кожей масло чайного дерева может вызвать раздражение и даже ожоги. Не рекомендуется использовать неразбавленное масло. Также масло чайного дерева может вызывать аллергические реакции, поэтому перед использованием, особенно в виде ингаляции, рекомендуется провести кожный тест. С осторожностью относиться к маслу чайного дерева рекомендуют беременным женщинам.